Брестская область на протяжении многих лет широко представлена участниками в конкурсе «Лучшие товары Республики Беларусь». Организации, товары которых удостоены звания лауреата, получают признание качества продукции на уровне страны и в бизнес-сообществе, а также право размещения логотипа конкурса на товарах, документации и рекламных материалах в течение 2 лет. Этот конкурс в этом году был юбилейным. Он проводился в 20-й раз. Лауреатами стали 260 товаров, выпускаемые 148 предприятиями с нашей страны. Из них 57 товаров от 37 предприятий Брестской области. Традиционно наиболее массовой является номинация «Продовольственные товары», лауреатами в которой признаны 36 товаров 21 предприятия Брестской области. Среди этих лауреатов звучат наши передовые предприятия, такие как Кобринский маслодельно-сыродельный завод, Брестское мороженое, Беловежский, Пинский мясокомбинат, Берестейский пекарь и многие другие предприятия. Еще 21 товар у наших 16 предприятий участвовали в номинациях «Промышленные товары для населения» и «Изделия народных промыслов», «Продукция производственно-технического назначения» и «Услуги населению». Признанием превосходства своей области деятельности является присуждение звания «Лучшие в отрасли». Здесь отмечены наши флагманы «Савушкин продукт», «Брестский ликероводочный завод «Белалка» и «Брестгазоаппарат». Наши предприятия также среди лидеров в номинациях «Стабильное качество», «Новинка года» и «Лучший в регионе». Людмила Логодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания «БукТВ».